смотрите на это чудо, я его показываю неспроста. Мы сейчас будем говорить о подвоях, не о черешне. Вот, смотрите, сюда, это остатки, уже все собрано. Вот, а часть, видите, еще как-то была, еще зелена, вот, зелена, поэтому они не все собраны. Вот, о том, что это чудо черешня, вы уже догадались, что это черешня не Боднера, вернее, она Боднера, но у нее теперь есть новое название, я железо. Вот, лидер среди любителей. Вот, оттолкнула наука. Вот, согнали с трибуны. Теперь я сам себе режиссер, сам себе законодатель. Вот, сам создаю вегетативные клоны. И друзья мои создают вегетативные клоны. Вот, поэтому уже есть сорт Бродский, есть сорт, который называется Курдюма. Есть сорт Ирина. Теперь еще будет сорт Боднер. И не Боднера, а Боднер. Еще раз повторяю, это требует особого внимания. Перед вами самое северное в мире. Если слово сорт не принимается, то клоны. Вот, вот это. Вот еще желтый, это тоже Боднер. Только у Боднера имеет официальное название. Сейчас они еще только созревают. Это так называемый желтые, так называемые желтые драганы. Почему я показал? Нет, не потому. Не так вы подумали. Я это показал, чтобы вы имели четкое представление о том, что все зависит от подвоев. Так, вот. Подвои семенные здесь, ну, скажем так, 90%. И вот еще, кстати, черешня сорокинская. Я уже рассказывал, неудобно повторяться, еще раз говорю. Подвои семенные и подвои корневые. Вот. Я абсолютный противник подвоев, которые для новичков звучат так. Вот корневой подвой. Вот с ранним плодоношением. У них, конечно, по сравнению с семенными отсутствует центральный корень. Но принимаю их как подвои, потому что у них есть свои достоинства. По подвоях речь в другой раз, а их корнях в другой раз. Речь идет уже не о корнях, вот видите, зацветает, да? Вишня зацветает, вот. Это штамповая вишня. Я штамп не делал, нет. Она такая есть. На 4-й год плодоношения, может и 5-й год, она в тени. Может даже 6-й год, она в тени. Вот. И на нее можно прививать черешню, если нет. Да, и можно прививать вишню южную, вот она, вот этот гигантик, вот этот гигантик. И единственное, что уступает, только что нет центрального корня, но еще раз говорю, за неимением гербовой бумаги пишем на туалетной. Вот, даже не так бы, за неимением гербовой пишем на простой, а в крайнем случае уже на туалетной. Вот это туалетное, это образное выражение того, что предлагает, вот смотрите, хотел здесь сесть и рассказать о статье, где нас призывают уничтожать подвои, прикорневые отводки. Так, выращивать сорта, которые не имеют корневой отводки, переходить на них. Вот, совершенно забывая, что корневые отводки повторяют материнское качество.